Эта дворняжка живет на улице уже месяц, старается не привлекать к себе внимания, на прохожих смотрит с опаской. Как говорят очевидцы, она практически ничего не ест, хотя желающих подкормить ее в этом дворе достаточно. Я ходил, его кормил, просто взял ему миску с водой, принес молоком и там покушать принес, потому что у меня собака есть. И он даже вообще не притронулся к еде, вообще ничего не ест он. Если сильно уж сильно проголодается, то может где-то косточки по двору поесть. А так с людей ничего не берет. Что с ней случилось и почему дворняга стала жить именно в этом дворе, никто не знает. Жители близлежащих домов придерживаются разных версий. Одна из самых распространенных – собака тоскует по своему умершему хозяину, возвращение которого до сих пор ожидает именно в этом дворе. Знаете, что она здесь ночью ночует? Уже как 2 месяца. Говорят, люди умерли, хозяин ее умер или ее выгнали из дома. Месяц здесь, а ее, наверное, может машина или еще что-нибудь сбила. Вот по двору, то там ей кушать дадут, то здесь ей кушать дадут. Но в основном он в том подвале ночует. Говорят, целыми днями этот пес грустит, а по ночам громко воет. Приютить у себя дома его уже пытались многие неравнодушные, но пес никому не идет и продолжает ждать именно своего хозяина. Анна Калинина, Сергей Баданин, новости Темиртау.